С 1 апреля 2016 года на 4% повысится размер пенсий. Причем повышение коснется и работающих пенсионеров, а их 27 тысяч человек. Ежемесячные расходы на выплату в республике возрастут почти на 10 миллионов рублей. Повышение касается инвалидов и участников Великой Отечественной войны, которые получают вторую пенсию. Также будет произведено повышение всех социальных пенсий. Это пенсии детей инвалидов, инвалидов с детства, родителей погибших воинов и чернобыльцев. В Чебоксарах впервые за много лет начнется строительство школы. Управление архитектуры и градостроительства администрации столицы и компания «Алза» заключили муниципальный контракт на строительство средней общеобразовательной школы на 1100 учеников в микрорайоне улицы Гладкова. Цена контракта почти 700 миллионов рублей. Здание школы будет состоять из 4 блоков переменной этажности, соединенных переходами. Завершение строительных работ по контракту предусмотрено до 1 июля 2017 года.